Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, и это 16-й эпизод видеопрохождения Ultimate Spider-Man. Очередной сюжетный, то есть второй уже подряд решил, что гоночные пока что не буду проходить, потому что очень сложно, занимает очень много времени прохождения одной гонки на уровне сложности Insane, я так подумаю, что, наверное, не буду их проходить. Может быть, после окончания сюжета добью я хотя бы 50 гонок, 50 городских событий, 50 жетонов, но пока что мотивации заниматься этим нет, ну, в принципе, никакой. Поэтому приятного просмотра небольшого сюжетного эпизода, где мы будем играть за Венома, преследовать жука, мочить его. Погнали! Быстренько отправляемся на миссию. Что нас там ждет, пока что мы еще не знаем. Не знаем. Но Питер Паркер точно уверен, что все будет прекрасно, потому что на дворе белый день. Не то, чтобы последние несколько эпизодов непроглядная тьма, где не видно ни рожа. Сейчас прямо на душе весело и прекрасно. Ведь жаркое солнце палит в наш без того тесный и мокрый уже от пота костюм. Я так понимаю, сейчас мы направляемся в Дэйли Багл, чтобы в очередной раз прислуживаться перед Джеймисоном, дабы тот заплатил хоть какую-то зарплату за наши великолепные снимки. Не понимаю, почему до сих пор на данный момент Питер Паркер... О, боже мой. Спайдермен был побежден. Упал с небольшой высоты и сразу стал побежден. Зато нас телепортировали к месту практически нашей миссии. Вы посмотрите на это. Какие прекрасные медики, которые откачали и восстановили все костные структуры у Человека-паука, сразу отправили его на крышу, типа, на, продолжай прыгать и заниматься чем-то там, занимаешься белыми днями. Погнали на миссию! Тем временем надпись на экране. Я добыл образец. Вот урод, нужно догнать жука. Он атаковал нас бесчестно, практически в спину. Сейчас миссия преследования. Примерно такая же, как преследование Электро. Только в этот раз мы преследуем вонючего ублюдка жука. Так, куда-то, ой-ой-ой, улетает от нас. Но мы не сдаемся, мы огромный Веном. Мы несем смерть, разрушение, а также сексуальный черный огромный костюм. Пусть этот костюм органический, тем не менее, все равно это костюм. Ой, ай, ракетой нас сшибли. Упали мы головой оземь. Но все равно мы продолжаем преследование ублюдского жука. Как только мы догоним его, вернее, придем к месту финальной встречи, расправимся с ним, я надеюсь, по крайней мере. Не помню, будет ли схватка или нет, но начистить лицо ему мне охота, еще как. Ну вот он, начался бой. Мне внезапно захотелось поизучить. Ага, жог. Ах ты! Ай, ой-ой-ой, что-то он сильно напрягся, атаковал меня своим биополем. Но ничего, я просто кидаюсь на него. Вообще ни в чем пытаюсь не уступать. Ну-ка, ах ты! Вот это удар в полете, практически удар Супермена. Ну-ка, постой, парень! Не могу, прикиньте, не могу до него добраться. Он такой быстрый и ловкий. Ну-ка. Не попадают мои огромные тентакли, огромные черные тентакли в Венома не попадают. Ой, у него напрягается. Что-то у него напрягается. Ну все, он улетает. Складываю я его гранаты ужасные, практически
бомбочки гоблина. Веселые бомбочки. Ну давай же. Возникли... Ловушки возникли, а фактически... О нет, меня посадили в клетку. Я заперт в этой клетке с жуком. Он думает, что уйдет от моего яростного гнева. Ай! Ну по одному удару я ему, смотрите, по одному удару наношу. И это все, на что я сейчас способен. Не вижу, где ты, парень. Ах, практически в яму попадаю. Он меня своими лазерами хочет атаковать. Ну вот, боже мой, своим биополем. Ужасным. Козлина. В полете меня атакует. Не щадит совсем. Ай, попался в ловушку. Да уйди ж ты от меня. Обалдеть. Он меня в прямом бою мочит. А у нас голод. Ну давай, еще пару десятков ударов, и я смогу победить. Жизнь у нас практически одинакова. Нет, я попал в ловушку. Да давай же. Ну, да, я смог победить. Ну что ж, друзья, это небольшая миссия. Погоня и сражение за вином, а практически черную смерть завершена. Я прощаюсь с вами. Это был сюжетный эпизод, уже второй подряд, видеопрохождения Ultimate Spider-Man. Насчет судьбы гоночных эпизодов пока не уверен, но я намерен с ними притормозить явно. Давайте всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео, пишите комментарий. Пока! О, ну куда ты подевался? Я ненавижу эти моменты. Каждый раз, когда это происходит, что-то еще худшее происходит ровно через две. Ух ты, бой начался.